воздух, хлеб, вода. Звучат они чудеснее, поют еще светлее и, став хорошей песней, порадуют людей. Дорогие друзья, наши постоянные участники конкурсов и фестивалей, и те, кто сегодня впервые вошел в наш зал. И вам сегодня предстоит подняться на эту сцену. На эту сцену, на которой уже 110 лет собираются таланты всего Кингисеппского района. С 1 сентября называется наше учреждение. Центр творческого развития. Но несмотря на то, что меняются названия, все равно суть остается та же самая. И вы, ребята, становитесь здесь талантливыми, способными. Учитесь петь, танцевать. И сегодня покажете все, к чему вы готовились. И сегодня на юбилейном 10-м фестивале патриотической песни, песни нашего сердца, я думаю, мы услышим именно ваши сердечные песни. Промчится непростое время, России снова сильной быть, чтоб нам в нее не только верить, но и гордиться, и любить. В тяжелых побывав сражениях, храня их в памяти своей, России нужно уважение, чтоб этот мир считался с ней. Сейчас неважно, чья вина, война России не нужна, ведь истина всего одна. России не нужна война. Пусть победили мы когда-то, но у войны кровавый след. И отмечая наши даты, мы новых не хотим побед. Пройдя сквозь годы и непогоды, Россия стала лишь сильней. Как прежде разные народы, надежды связывают с ней. Стальный шар.